Новый учебный год в театралке начинается с читки новой пьесы по рассказам Дмитрия Калинина «Кое-что о самом главном и не только». Это будет спектакль о взрослении, дружбе и любви. Премьеру постановки представит саровским зрителям после Нового года. Также в новом сезоне театралка покажет спектакли из своего прошлогоднего репертуара с новыми артистами. Занятия в студии проходят 4 раза в неделю – понедельник, среда, пятница, воскресенье – с 15 до 17 часов. В понедельник встреча проходит в 6 часов вечера. Все наши занятия можно разделить, условно говоря, на 3 таких больших блока. Это актерское мастерство, сценическая речь, и параллельно мы репетируем спектакль. Их, конечно, тоже можно отнести к актерскому мастерству, но все-таки я считаю, что это другое. Да? То есть к актерскому мастерству мы больше относим тренинги, да, разнообразные с ребятами, ну, обсуждения там, каких-либо произведений и так далее, да, и непосредственно выпуск и показ спектаклей. Хотя группу уже и набрали, но в течение года, как показывает практика, места обычно освобождаются. Поэтому, если вы всегда мечтали попробовать себя в театральном мастерстве, обращайтесь к руководителю студии «Театралка» Павлу Козлову. Мы, конечно же, ждем ребят там, от 14 лет, желательно. Конечно, мы рассматриваем и 12, и 13 лет ребят, но просто им становится гораздо сложнее. Все-таки мы стараемся брать такой материал, да, тот же самый Бродский, да, вот у нас был Шолохов, был Пастернак. Очень сложно ребятам в 12 лет вникнуть, ну, как бы в эти произведения. Поэтому, конечно, лучше от 14 и старше, но мы можем рассмотреть и помладше ребят. А вот возрастного потолка нет. В студии могут заниматься и взрослые, и даже пожилые люди. Например, сейчас театралка ищет женщину на роль в новом спектакле. Нам очень нужна женщина в возрасте. У нас в пьесе есть замечательный персонаж, ее зовут Баба Люба. Без Бабы Любы невозможно ничего. У нас, конечно, есть кое-кто на примете, но если вдруг вы понимаете, что вы вышли на пенсию, и у вас есть куча свободного времени, и вы хотите провести его с пользой, пожалуйста. В этом году в студии новый педагог, актер Саровского драматического театра Артем Жуков. Чтобы узнать актуальную информацию театралки и задать интересующие вопросы, обращайтесь по телефону 8 920 037 31 99 или заходите на страничку студии ВКонтакте. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.